Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет! Сегодня у нас в работе кроссовок, вот такой летний вариант, легкий. И с ним вот такая печаль. Кроссовок фирмы Adidas. Не будем спорить, оригинал это, не оригинал, это совершенно не важно. Рвутся как оригинальные кроссовки Adidas, так и не оригинальные. И поэтому приступим уже к осмотру детальному, что нам предстоит сделать. Как видите, здесь разрыв берцовой части, боковой части кроссовок. Вот такой разрыв, довольно-таки большой. И здесь, в принципе, работа нам ясна, но здесь есть такая печалька. Клиент пытался сам заклеить этот разрыв на суперклей. Благо, клея было немного, и клиент не успел испортить эту полупару. И мы постараемся ее отремонтировать. Растворяем клей, благо он только по краю верха и по подошве. Клей успел распространиться. Ну а уже готовый результат этого ремонта мы покажем в следующем видео. Всем пока! Пока!